Добро пожаловать в современные Нидерланды. Нидерланды, как известно, страна велосипедов. В среднем на одного голландца приходится 1,3 велосипеда. Это самое безопасное место в мире для езды на велосипеде. Общая протяженность велодорожек в Нидерландах более 35 тысяч километров. А правила движения очень благоприятные, великам здесь отдается приоритет. Голландцы даже не используют никакой защиты, вроде шлема. И где же голландцы хранят все эти велосипеды? Если дом оборудован внутренней велопарковкой, то дома, но чаще всего, конечно, на улицах. Поэтому ежегодно нидерландские коммунальные службы вывозят 220 тысяч неправильно припаркованных велосипедов и отправляют на штраф стоянки. Специальная надзорная служба отмечает разноцветными стикерами неправильно припаркованные велосипеды. И в зависимости от того, как долго ваш велик припаркован в неразрешенном месте, вы получаете стикер определенного цвета. Надо сказать, что коммунальщики вместе с надзорными службами работают довольно слаженно. Рядовые граждане также активно стучат этим самым надзорным службам о том, где неправильно припаркованы велосипеды, ведь это может привести к аварийным ситуациям на дороге. А если вы не убрали свой велик вовремя, цепь, которой он пристегнут, просто срежет болгаркой все те же коммунальные службы. Так что утром, выйдя на улицу, спешая на работу или на учебу, вы можете просто не найти свой велик, если припарковали его абы как. Забрать велосипед, изъятый муниципалитетом, стоит в среднем 10 евро, но сумма, которую вам в конечном итоге придется заплатить на штраф стоянки, сильно различается в зависимости от муниципалитета. В Делфте, например, вы заберете свой велосипед за 25 евро, но это объяснимо, так как Делфт – студенческий город, и великов очень много, особенно неправильно припаркованных. А сколько же могут находиться велосипеды на штраф стоянке? Законный срок хранения составляет 13 недель, но фактическое время нахождения велосипеда там зависит от места. Во многих муниципалитетах велосипеды могут быть вывезены со штрафстоянки раньше, например, если стоимость велосипеда не превышает 50 евро. Эта сумма равна затратам на сбор и хранение, которые муниципалитет в итоге несет за один велосипед. Велосипеды, которые стоят дороже, должны храниться на штрафстоянке дольше, что вполне себе логично. Вот такие дела. Поэтому в Нидерландах паркуйте велики правильно. А если это видео было для вас интересным или полезным, или познавательным, не забудьте поставить лайк и подписаться. Всем спасибо, пока-пока!